сидеть там залезешь, дружок. Катись. Спасибо и будьте здоровы. А вы не забыли надеть маску. Кентек гарантирует, что наши маски значительно снижают шансы заболевания вирусом мира. Полевая запись. 255 дней назад. Не стреляйте, бога ради, только не стреляйте! Пусть ваш сын что-нибудь скажет, мэм. У него аутизм, он не заражен, богом клянусь, нет! Джеймс, не знаю, зачем я это говорю. Мне стало известно, что Рух скоро соберет закрытое совещание в штабе. Пора бы заглянуть к нему в гости. Послушай меня, будь осторожен, Джеймс. База в повышенной боеготовности. Тебе понадобится военная маскировка, чтобы пробраться внутрь. Все будет в порядке. Так, внимание! У нас новый приказ. Кентек готовит рискованные испытания. С новыми протоколами по зараженным и гражданским. Значит, трупов станет больше. Это секретные данные. Срочно отправляйтесь к доктору Шаффилду. Он даст вам координаты. Свободны. Ты сделал с Руксом что необходимо? Гуэра, я в полевом штабе. Какой-то Шаффилд проводит эксперименты на людях. Я знаю этого человека. Он работает с белыми, вводит людям зараженную ДНК. Ты должен их остановить, Джеймс. Со всеми учеными, которые замешаны в этом, как ты говоришь, нужно разобраться. Это я умею. Нед Краун, Джеймс Хеллер в лагере Джулия. Повторяю, Джеймс Хеллер здесь. Боже мой, что же делать? Быстрее, быстрее! Куда нам бежать? Здесь враг. Охранять исследовательскую группу.
Питерс. Это Шаффилд. Доложите результаты испытания 214. Питерс, как слышите? Беллами, это Шеффилд. Мои люди не выходят на связь. Молись, чтобы они выжили. Они нужны нам для первой фазы. Исследовательская группа в лагере Джулия не отвечает. Убирайтесь оттуда! Я посылаю к вам транспорт для эвакуации! Молись, чтобы я первым туда не добрался. Черный дозор, это Беллами. Мне нужна бронемашина для доктора Шаффилда. Говорит Вайпер, срочно приготовиться к эвакуации Шаффилда! Нет, не срочно, прямо сейчас. Шаффилд необходим для работы доктора Берка. Вас понял, срочно. Доктор Шаффилд, жду эвакуации. Это Ред Краун. К вам направляется броня. Будет через минуту. Прием. Торопитесь. Давайте, доктор, вам сюда. Вы все испортили. Больше половины ученых Беллами погибли. Не беспокойтесь, в городе полно лабораторных крыс. Мы вам еще найдем. Вайпер 3-4, это Вайпер. Срочно проследуйте с доктором Шаффилдом в зону Индии Зулу-7. Учтите, на территории неизвестный враг. Данные отсутствуют, прием. Вас понял, Вайпер. Вайпер, эта тварь нас убивает. Нам нужна помощь. Боже, не убивайте меня! 3-4, внимание! Подкрепление складывается, прием! Проклятие! Извини. Простите! Вероятно, полученные данные о действительном ущербе гражданским от вооруженных образцов просто... Джеймс, ты убил этих ученых? Ага. Кстати, я тут кое-что слышал о первой фазе. Знаете, что это? Я этим займусь.